Друзья, всем привет! В этом видео сегодня мы с вами поговорим про самые доступные, самые дешевые, дешманские, я бы сказал, смарт-умные часы от KeySelect. Модель называется Calling Watch KeyA. Через эти часы можно звонить, здесь они водонепроницаемы. В общем, топовые функции за топовую цену. Цена этих часов меньше 4000 российских рублей. В долларах примерно 60 баксов. А в других валютах я сейчас не знаю, вы можете сами перевести и узнать правдивую стоимость. Также в некоторых странах, ребята, кстати, эти часы могут продаваться за другую цену, поэтому я вам советую зайти в тот же браузер и попробовать поискать, посмотреть, сколько в вашей стране стоят эти часы, потому что они продаются по всему миру. То есть это уже довольно-таки популярный мировой бренд, называется KeySelect. Если вы о нем еще не слышали, то зря. Они специализируются, кстати, на вот таких как раз-таки умных часах. И каждый раз, конечно же, они все делают лучше и лучше. Часы выглядят очень стильно, брутально, красно-черный цвет всегда смотрится, поэтому вариант, скажем так, выигрышный. Есть варианты часов также для девушек, розовые и так далее. То есть у них много разных часов. Сегодня мы говорим про именно эту модель. Все аккуратно, красиво, культурно, ничего тут не скажешь, конечно, и не придерешь. Более 70 видов тренировок, можно купаться с ними, принимать душ. В комплекте у них идет зарядка и инструкция. Зарядку, если вы потеряете, к сожалению, другую вы вряд ли такую же сможете найти, поэтому будьте аккуратны и держите зарядку всегда при себе. Если вдруг вы ее потеряете, то вам, наверное, будет проще купить еще одни такие, потому что они реально недорогие. А также хочу сказать, что зарядки хватает примерно на 6 дней. Это тоже огромный плюс. Инструкцию можете прочитать, если вы в первый раз пользуетесь часами такими умными. Если не в первый раз, то можете даже инструкцию не читать. Подключаются они через смартфон. Скачивайте на смартфон специальную программу, QR-код отсканируете, в самом телефоне будет, также на коробке это написано в инструкции, и вы сможете часами начать пользоваться, звонить, измерять пульс, давление, кислород в крови, вот это все здесь присутствует. То есть самые последние навороты, они все здесь есть. Я вам скажу, что они действительно, вот я проверял с термометром, и действительно совпадают практически, вот, ну, разница буквально вот плюс-минус там от одного, наверное, до 5 могут быть расхождения. В целом все идеально и все действительно уже на уровне. Но, ребят, вы должны понимать, что на дворе уже скоро 2023 год, и, конечно же, китайцы не топчутся на месте, как многие другие бренды, и с каждым разом они улучшают. Этот бренд уже давно на рынке, поэтому каждый раз они улучшают качество, и через 2-3 года они будут вообще ничем не хуже, чем оригинальные, там, не знаю, от именитых брендов, которые стоят в 20 раз дороже. В общем, даже не знаю, что рассказать. Здесь самые обычные часы, в которых есть все. Вот все, что вам нужно, здесь все есть. Уведомления на телефон там и так далее. Давайте быстренько расскажу немножечко о характеристиках. Значит, 1,32 дюйма AMOLED-дисплей разрешением 360 на 360. Ну и, в принципе, все. Я думаю, я вам все уже рассказал, всю информацию. Ссылку на покупку оставлю в описании, можете изучить. Ну а на этом все. Спасибо всем за внимание. Пока.